Тишина, пионеры спят. Я нахожусь на территории пионерского лагеря. Это в советское время имело такое название. Сейчас он называется... Вот центральная аллея лагеря. И здесь стоял когда-то в советское время лайнер. Ну, пока пионеры спят, я решил покопать. Потому что... На пляжах я мечтал найти советские монетки, но так и не удалось ни одной найти. И вот, наконец-то, на территории, пока все спят, сигнальчик. Ровно 50. Глубина залегания здесь небольшая, и вот, собственно, монетка. Здесь даже в тени просматривается силуэт герба Советского Союза. Интересно, как, сколько лет она здесь пролежала. И просматривается 5 копеек. Победа, пойду отмою. Здесь пионеры моют ноги после пляжа. В 80-й год. Люблю пятачки. Красивая монетка. Ввиду отличия минерализации почвы со средней полосой там, где я, так сказать, покапываю, то здесь совсем другие сигналы. Вот в данном случае плюс 15. Это в средней полосе сигнал одной или двух копеек советских. Ладно, в общем, копаю. Копать не пришлось. Это 3 копейки. Ой, это не 3 копейки, это 20 копеек. Сейчас мы ее помоем. Так, какой же у нас тут год? 61-й. 20 копеек 61-го года. Давненько она здесь лежит. Пионеры уже проснулись и пошли на пляж. Итак, у меня новый сигнальчик. Плюс 35. Ну, по моим среднеполосным меркам, это 3 копейки. Копаю. И это монетка. По размерам похоже на двадцаточку. Просматривается герб. Опять придется идти мыть. Надо было с собой бутылку взять. Пионеры бухтят. Так. Точно. 3 копейки. 3 копейки. 68-й год.
Отлично. Не пионерский лагерь, а клондайк. Но чтобы здесь покопать, в нем надо жить. Поэтому без прописки здесь не получится. Кругом установлены камеры видеонаблюдения теперь. Вежливые люди летят. О! Пацанчики работают, а мы копаем. Вот такой кривой сигнальчик, непонятный. Сейчас посмотрим, что там. И с этим непонятным сигнальчиком оказалась монета. Здесь очень просто, в общем-то, копать. Глубина залегания небольшая, так как в таком грунте проникнуть на большую глубину предмету совершенно невозможно. И вот она, монеточка. Вот интересно, кто это? С таким непонятным сигналом. Пойду мыть. Так, кто у нас тут? Ой, какая, герб есть. Это двушечка, скорее всего. Двушечка. Вот какого года? Двушечка. Непонятно. Так. Да. Восемьдесят четвертый год. Отлично. И это все в метре друг от друга. И вот я почти дошел до поля. Интересный сигнальчик. Абсолютно рваный, похожий на нашу фольгу и одну копейку. Плюс 15. Копаю. Точнее, здесь даже не копаю, разгребаю. Текс. А вот и монетка. Хе-хе. Но это 100% копеечка. Вот. Надо бы сходить помыть. Но что-то мне надоело бегать каждый раз. Но так, посмотрим, какого года эта монетка. Так. Так. Да. В общем, скорее всего, не получится ее вот так запросто отмыть. Но то, что это копейка, это точно. Герб просматривается. А, стоп, стоп, дата. Начала проступать. Текс, кто это? 88-й год. Копеечка 88 года. Почему нет современных монет? Потому что современные дети в кустах не играют. Я уже пометил совочком место раскопки. И это находится вот здесь. И здесь, в общем-то, такой же нелепый сигнальчик вдоль фольги крутится. Плюс 10, плюс 19. В общем, надо разгребать. Здесь очень приятно копать. Тикс. Хо-хоу. Это снова копеечка. Но я уж ладно, не пойду сейчас отмывать. Очередной интересный сигнальчик.
Но он особенный тем, что вообще ни на что не похож. Поэтому и копаю. Текс. Лежит на поверхности, это точно. Странный предмет. В общем, 20 минут плюс 35 сверху копать невозможно. Вечер. Пионеры вокруг меня, стайка, точнее, покинула меня. И вот, наконец-то, интересный сигнальчик. Это пионерский лагерь. Продолжение. Итак, ищем монетку. А вот и монетка. Копеечка. Она даже просматривается. Спустя метр нелепый сигнальчик. Посмотрим, что здесь. Пионерская алюминиевая пуговица. Состояние никакое, не берем. В это трудно, конечно, поверить, но все монеты здесь лежат на поверхности, потому что дождей здесь практически не бывает, и плотность грунта такова, что они просто не успевают погрузиться даже за 30 лет хотя бы на сантиметр. И вот естественный пример. Вот еще одна копеечка, но состояние ее тоже очень грустное, но я думаю, ее можно будет восстановить. От плюс 30 до 35 и 50. К сожалению, лежит не на поверхности, придется поковырять. Вот он. Ха-ха. По-моему, это троечок. Ой, нет. Стопэ. Украинский герб. Обознатушки. Это значит по размеру 25 копеек. Ну ничего, и это пойдет. Ну вот этот сигнальчик точно, скорее всего, является монеткой. Четкие плюс 33, возможно, 3 копейки. Лежит на поверхности. Опа! Опаньки! Текс! Да. Так, герб просматривается. Значит, это троечок. Ну, в смысле, герб Советского Союза. Ко мне присоединились еще два ребенка. И они тоже хотят найти золото. Просят найти 20 тысяч. Или 30. Ладно, в общем, интересный сигнальчик. Так. Так, сейчас мы посмотрим, где лежит золото. Так. А как же? Тут кругом золото лежит. А вдруг
там вообще глубоко. Текс. Текс, ищем золотишко. Текс, копаем. Сейчас появится. Вот она. Что это? Копеечка. Придется отдать процент этим маленьким вымогателям. Тебе какую? Большую монетку дать или маленькую? Большую. Так, копеечку мы забираем себе. А того, чего больше у меня? Ну, то есть... Сейчас, секундочку. Это вот золото, которое я только что нашел. Так, сейчас мы определимся, что вам дать. Так, это троечок. О, вот. На тебе золото. Спасибо. Плюс 37, плюс 40. Плюс 30. Копаю. Так, что нам тут приготовили? Сейчас мы аккуратненько вот так вот выскребем. Так. Так, где-то вросла корнями. Сейчас откопаю, покажу. Глубоченько пришлось копать. Вот она появилась. Да, даже непонятно, кто это. Но герб просматривается. Герб Советского Союза. Отмою. Пионеры так орут, что я даже не слышу сигнала. Ну, в общем, есть интересный сигнальчик. Плюс 40. Очень интересный. Текс. Кто у нас тут спрятался? Прибор показывает на поверхности. А, вот она, показалась. Вот она. Оп. Тинкс. Троечок. Какие тебе деньги нужны? Вам деньги нужны? Нужны у тебя есть? Нету. Дай мне, девочка, миллион. Нет, конечно. Помните мультфильм «Бонифаций»? Там, когда лев, и за ним крутилось много маленьких негритят. Снимаете. Ждут денег. Ладно, плюс 33.
Так, что, тихо-тихо, ноги убираем все. Так, ноги. Так, ноги. Руки. Опаньки. А вот и золото. Ха-ха-ха. Что это? 3 копейки. Конечно. Это рубль. Да ладно. 3 копейки. Так. Фига себе, негры отбирают деньги. Негр. Вот негр главный. Так, все разошлись. Съемки закончены. А вот тогда не подходи ко мне. Нелепейший сигнальчик, но на поверхности все в этом же квадрате. Текс. Сейчас мы вот так вот разгребем шелуху. Вот эту вот. И ха-ха, бинго! Это значок Ленинград. И, по-моему, здесь была еще какая-то медалька. Ай! Сейчас попробую найти остатки. Вот это подгон. Такс. Это в карманчик. Смотрим, где медалька. Ага, а медальки-то нету. Скорее всего, там звездочка маленькая висела. Помню такие значочки. Плюс 52. 52-54. Идут пионеры. Прячемся. Текс. А это не монетка. Это... пионерская пуговица. Вот такие вот были на беленьких рубашечках. Тут прибежало еще 2 пионера. Вот это? А у меня тут сигнальчик интересный. Плюс 63. А что значит, что это? 50 сантиметров. Так, пионеры не дадут покопать. Ищем золото. А вдруг? Вот такой везде. Я думаю, надо искать гораздо более глубже. Да? Да, вот. Точно? Золота нету? Так, надо искать. А это сколько стоит? 50 тут. Много. Как его узнает? Как ну, когда найдете, скажите нам. Поглядим. Так. Да ё-моё, не пугай меня. Так, где-то рядышком. А, вот оно, золото. Золото скифов. Это пуговица? Да, это пионерская пуговица, разновидность. Ушел я подальше от пионеров, задолбали. Пока они меня еще не видят, но если даже просто походить, то монетки просто лежат на поверхности. Днем не дает копать солнце, точнее не копать, искать, а вечером пионеры. Плюс 19. Текс. Кто у нас тут спрятался?
Я уже руку натер от совочка. Но лопаточка здесь вообще без варианта. Потому что было бы некрасиво ходить бы с охрененной лопатой. Вот. Ну, где ты? Где ты? Где ты, золото, бриллианты? Так, что-то не видно. Золото. Наверное, промахнулся я. Ого, а я, оказывается, выкопал. Текс. Минуточку. Так, стопы. По-моему, здесь помехи от проводов. А, не-не-не-не, вот она, вот она. Вот она, копеечка. Вот она, копеечка, нашлась. Красавица. Снова копеечка на поверхности. Так. Сейчас мы ее... Вот она. Как хорошо здесь копать.